ежегодной большой пресс-конференции, которую провел президент России Владимир Путин, число журналистов, которые захотели задать свои вопросы главе государства, оказалось рекордным. Кремль аккредитовал на пресс-конференцию почти 1500 сотрудников российских и зарубежных СМИ. Основные вопросы, на которые ответил президент, это борьба с ИГИЛ, отношения с Турцией, экономическая ситуация в стране в рамках санкций, в том числе ситуация с ценами на нефть и курсы валют. Главное управление дорожного хозяйства Московской области проводит опрос жителей Ленинского района по наиболее проблемным участкам автомобильных дорог. Вы можете дать свои предложения о том, какие участки дорог, находящиеся в ведении Московской области, следует ремонтировать в первую очередь. Все ваши мнения и пожелания будут направлены в управление и учтены при конечном формировании программы ремонта региональных автодорог на 2016 год. Предложения отправляйте по адресу электронной почты opros@dorogi.sobaka.mail.ru. «21 декабря с 14 до 17 часов в администрации сельского поселения Развилковское, поселок Развилка, дом 38, будет вести прием населения глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Предварительная запись по телефону 8-498-657-2106». Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.